Придется ударить молотком. Опять же, играя на пиле, да? Играя на бензопиле, ты можешь повстречать петучи всяких, которые тебе будут орать, типа... Играешь на хилбили, а пилить не умеешь. Типа, забей хер на них. Если ты видишь, что момент рядом с поддонами происходит, да? И ты не можешь физически распилить человека, не успеваешь, не заводи пилу. Нет ничего постыдного, чтобы ударить молотком по челюсти какому-нибудь ублюдку, понимаешь, да? Но я уверен, что многие просто специально это не делают, просто потому что им потом в 4 рыла в конце напишут, что он лох, пидор, гей, не умеет пилить бензопилой. Что за хуйня была? Что случилось? Типа, еще дальше. 3, 2, 1. Здоров, мужик! На! На! Чувак, ну за спину-то смотреть кто будет? Баба Муся, что ли? Не знаю. Серьезно? Баба лечилась, предположительно, вот здесь, я ее вижу. Самовстатие у мужика разве что? У мужика может быть самовстатие. Как нефиг делать. Просто считаем до 7 и идем к мужику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неплохо, неплохо. Вижу следы шифта, окей. Чувствую, чувствую, чувствую. Тут двое, кстати, да, тут двое. Нервы у тебя, конечно, женщина, не к черту. Дубль 2. Надо повесить бабу, либо нигершу убить, которая здесь. Она еще самовстатие использовала. Я заболел. Тебе такой, ну не болей. Ты такой, ну окей, блядь, не буду болеть. Это что за дерьмо? Вы видели эту дичь? Что это, блядь, произошло? По-моему, она прыгнула в окно, но осталась с этой стороны. Вам не показалось? На!
Я знаю, где-то Тикамила лечилась. Единственное, что я знаю. От этой информации все, я слышу. Где баба? Все, я вижу. Спасибо. Сучка. Трехочковый. Хедшот. Надо на возвышенность подняться. В этой кукурузе ни черта не видно, пока вверх не поднимешься, не посмотришь. Хедшот! Чувиха раненая убежала, фул хпшная где-то здесь. Surprise, motherfucker! Парами полез, худу. Ну, как тебе сказать? И за топорами полез, и предположил. 50 на 50, типа, я бы не обиделся, если бы ее там не было. Здорово! Эй! Было бы проще, да. Да. Я супер согласен с этим. Посветил! Просветил, да, чувак? Просветил? Просветил. Классный перк, я тебя поздравляю. С владением этим перком. Ты просто молодец, ты просто классно сделал. Mission failed. Он типа хотел через этот? Он типа хотел через этот перепрыгнуть или что? В стену юзанул. Видимо, хотел. Он реально хотел типа с осколком подбежать к окну и прыгнуть. Ну не с осколком, точнее, господи, с орешком. Подбежать к окну и прыгнуть. Загрузись, игра, я тебя прошу, иначе я врублю наш великий способ. Народ. Все вы знаете, к чему приводит платочек дедовский. Дедовский платочек. Она ливнула последняя. Кстати, да, как ловить тех, кто обузит палетки? Бывают такие, что просто знают, где все палетки находятся, и вот бегают по ним, бегают. Как ловить тех, кто обузит палетки? Я вообще как бы не понимаю словосочетание «обузить палетки», потому что палеты ты можешь сломать. Их невозможно обузить, так как ты можешь подойти их и сломать. То, что ты не ломаешь, это твой выбор. То, что ты не ломаешь и бегаешь вокруг, да, них, допустим. То, что они там мансят по кругу, бегают и, допустим, не роняют поддон, это, опять же, ты должен их вынудить уронить поддон. Я вообще не понимаю проблем с поддонами вообще, в принципе. Есть они и есть, это... Кто бегает вокруг них, ну, значит, умеет, значит, правильно контролирует маньяка. Естественно, это бесит, когда ты не можешь поймать, ну, блядь, докапываться, что они вокруг поддонов бегают, ну, это такое себе, последнее дело, если честно.